Ребятки, привет, с вами снова Ленка ТВ. Что? И простите опять же, что не снимал долго видео. Просто я чуть не забыла о вас из-за этой группы, не буду материться, из-за этой тупой школы. И да, только по секрету, я не иду завтра в школу. И завтра я, возможно, сделаю обзор на арты, а послезавтра я покажу. Ну, сначала послезавтра вам объясню, что я кое-куда поеду, но сейчас я не буду объяснять, потому что это будет послезавтра. А послезавтра вы увидите меня в поезде. Но как и когда, зачем, вы узнаете только послезавтра. Так что пустите меня, гадюку. Я точно не снимала только видео про Пони Крэнер. Просто я, как бы сказать, стараюсь, но у меня он вылетает. Да будет! Да, я понимаю, каково вам долгое видео про Пони Крэнер или еще что-нибудь. Но сейчас будут телебом Барбоскины. Да, Барбоскины. Наши любимые... В скобочках нифига. Почти. Барбоскины, да. Себе любимыми, всеми обожаемыми. И... Наверное, других, кто обожает, наверное, Барбоскины, или всякие или хорроры про Барбоскиных. Ну, не рад. А ты что тебе сделал? Уйдем от колбаса. Ладно. Короче, на счет 3 я запускаю видео. Погодите, я же кое-что чуть не забыла. Ри... Мирби! Чего? А где моя любимая футболка? Зеленая, цифры 22. Где она? А может... Да. Ну, конечно же, большой выбор одежды и аксессуаров с яркими брендами. А также вы можете сделать такую же футболку, как у Мерби, написав просто там цифру 22. Ну, а также промокод Мерби, ты меня звал, который дает 10% скидку. А, ладно. Ссылка и промокод в описании. Алло, Настя, мне нужно прибраться к приезду хозяев. Ну, а теперь начнем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Алло, Настя, мне нужно прибраться к приезду хозяев.